Бөле чықышларыны баққанда, керчектен де бөле балалық мүйтіне даламыз. Ве әлбетте бұ мультфильмде олып кешкен вақияларының ақықи шатлары олмаға да имкянымыз бар. Ама біз енді бұзым бүгінке күнлерімізге қайтмаға да керекміз, чүнке аятымыз девам етте, жанлы эфирімізде девам етте. Ве енді сайқылы достылар, сізлерді үшін бөле бұйық бір бақшыш азырладық, чүнке бұзым студиямызда мерақлы инсан. Бөле айретте қалдырған ойынларының иджирадесі Рефат Абдулаев бұлынмақта. Хош келдіңіз, Рефат бей, насылсыңыз? Ничего, нормально. Сабағыңыз неден башланды? Ой, ну, мое, наверное, утро не как у всех, оно начинается всегда с музыки, в первую очередь. И так, с музыки, наушнички и пошел делать свои дела. Насыл музыканы дэнлемеге севесыныз, мына сабадан? У меня нет такого ограничения в плане музыки, то есть я танцую все. Главное, чтобы там были биты, то есть то, что я люблю, то есть под что я подстраиваюсь, под музыку. А так, в принципе, я люблю классику, поп-музыку, инструментальную музыку. Поэтому такого нет. Рефат бей, өзіңіз не таныш етіңіз, өзіңіз ақында айтыңыз, сіз ненен оғырашасыңыз? Чем вы занимаетесь вообще вот в целом? Расскажите о себе, познакомьте со зрителем. Я вообще занимался, начинал с единоборств, с вольной борьбы. В 7 лет я пошел на вольную борьбу, занимался. Вообще всегда хотел стать спортсменом. Никогда не задумывался о танцах вообще, не любил танцы, никогда не любил. Когда-то мне один друг сказал, очень хорошо сказал, ты станешь танцором. А я как-то, я говорю, какие танцы, а ты о чем? Я стану спортсменом, я буду спортсменом хорошим. И вот, ну, я не верил ему. Я не ищу, но бунайт-то. Себе бы насыл? Я не знаю вообще, как так получилось. Он просто сказал, Я тогда не обратил на это внимания, и потом я вспомнил его слова. Это было удивительно. Насыл техника, да, ойнайся нас, винее, чем там бунас сечепал до нас. Мой стиль направления в танце называется паппинг. Это название пришло еще с Калифорнии в 70-х годах. Тогда оно называлось электрибуги. Создателем был американец, его звали Бугало Сэм. Очень сильный танцор. И вот когда-то его танцевали как пантомиму, просто. Потом начали вставлять музыку, и уже начиналось под музыку это все. Это очень интересно выглядело. И сейчас его просто танцуют немножко по-другому, но, в принципе, суть танца осталась та же самая. Хрым-татар халқы бу ойын чештіні хабул етелер ма? Сіздің фікіріңізге көре. Еще раз. Воспринимает ли крымско-татарский народ этот вид вашего танца? Какую оценку дают вот наши соотечественники? Понимают ли они, да? Мы привыкли, что у нас такие народный хайтарма. Танец, хайтарма. Это да. Вот. А как они относятся к такому стилю танца? Ну, понятное дело, всем не угодишь. Как бы есть кому нравится, есть кому не нравится. Есть кто понимает, есть кто не понимает. Но для них это что-то необычное, что-то новое в крымско-татарской как-то культуре, может быть, немножко. Поэтому, но самое главное, чтобы ты это делал с душой, чтобы это было зрелищно, выглядело хорошо, и чтобы публике нравилось, как бы. В любом случае, танец, он плох не бывает. Главное, чтобы его было хорошо исполнено. У нас более Украина, да, Украина моя талант, а для более шоу, да, и штраки. Тынгас, ве Руси, мемлекет, индивидуал, более конкурс, да, и штраки. Тынгас, ве более насыл, более сызнын те сурат ларыңыз. Ну, на Украине мой талант меня не было. Я был на «Танцует все». Это был, наверное, это была первая сцена, когда я первый раз моя нога ступила на сцену. То есть первый шаг к сцене было. Я тогда прошел в 100 лучших танцоров Украины, потом в 50. И потом на бальных танцах я провалил задание. Ну, честно, не расстроился, потому что я до этого занимался 2 года. Как бы для меня это не было особо показателем. Я думал, я там новичок, но, в принципе, но меня оценили именно по достоинству. Это было очень приятно. Что касается в Москве, прошло время, я принял участие на шоу «Танцы на ТНТ». Но
Я так, ну, очень хорошо показался, но в импровизации я не прошел, мне не хватило немножко. Но потом они меня взяли, потому что очень много было людей, которые были за. Они сказали, да, ты провалил импровизацию, но ты показал хорошее шоу. Это действительно было прекрасно, и меня вернули на проект. Я мана Украина, да, бірінші бөле конкурста іштырак еткенде, сізге кім ярдым етті? Сізнен кім анда барды? Что касается подготовки к этому конкурсу «Танцуют все украинскому», это все мое дело, чисто сам. То есть я сам готовил музыку, там, ну, костюм у меня там не был, особо так классика, пиджачок. И поехали мы с группой танцоров, то есть я не один ехал туда, нас было 5 человек с Крыма, из них прошло только 2, я и девочка. Ну, за остальных было обидно очень, потому что, ну, очень готовились ребята, очень талантливые ребята, но половина из них уже не танцует, то есть у кого-то семья, у кого-то еще что-то. Это очень обидно, когда действительно люди талантливые, и они не развиваются дальше, не продолжают, а и бросают это дело. Обидно за них, конечно. Да, насыл конкурслар, да, насыл ярышлар сізде, да, насыл дыр башқа мемлекетлерге бардыңыз ма? Ой, ну на самом деле очень много фестивалей было с 2000, в основном с 2015 года началось все и по сей день. То есть это и все украинские, и все российские, и в Польше в том числе были соревнования, но эти соревнования, они чисто в кругу танцоров, то есть, ну, это не проектное шоу, то есть это не опубликовывается на все телевидение, то есть это определенно среди танцоров, но в последнее время я выступаю на международном фестивале, международных фестивалях, конкурсах и... Насыл буярышлар, хайдаки чирале, команда и штракеты. Последнее время эти фестивали я проходил, 4 чемпионата я выиграл в Киеве. Из них это были все украинские. И второе место я занял на международном фестивале. И выиграл поездку в Польшу, в Варшаву, где буду представлять как бы свой стиль, свое направление. Вот он будет в феврале, в конце февраля. Очень сильный чемпионат, там будут судить очень мировые танцоры. Американцы, французские танцоры, хореографы. Вот и... Мына сіз бөле ярышларға келгенде, анда башқа мемлекетлерден де іштіракчілер ола, ве сіз таныш олғанда, сіз айтасыныз, әлбетте, Рефат менім адым, мен Қырым татарым. Оларының бөле те суратлары, ну, как встречают вас, как крымского татарина на этих соревнованиях? Тут, наверное, дальше боль, ну, тут больше играет роль не твоя нация, в первую очередь, а то, что ты делаешь, как ты это преподносишь. То, что я делаю, людям нравится. То, как я преподношу танец, им нравится. Атмосфера, харизма, техника. Вот. Никто за все время не критиковал меня за то, что я там делаю что-то не так или это не твое. Вот, поэтому всем нравится то, что я делаю. И это добавляет тебе мотивации. И да, ты выступаешь, ездишь. Я мана келечекте насылдыр ниетлер бар сізде, да, насылдыр конкурслар, ярышлар, анда иштырак етмеге истейсіңіз ма? Хочу ли я еще где-то выступать? Да, какие именно есть вот конкурсы, возможно, всемирные, европейские, американские, в которых вы бы хотели бы обязательно принять участие? Ну, такое, на самом деле, интересный вопрос. Очень много планов просто, очень много мыслей, очень много... Когда-то мне один танцор сказал, хороший мой друг, он в Киеве сейчас, он очень знаменитый в плане танца, в танцевальной культуре, он мне сказал, если ты хочешь стать хорошим танцором, если ты хочешь развиваться в этой сфере, тебе надо ехать либо в Европу, либо в Америку. Ты должен танцевать либо в Европе, либо в Америке. Только тогда у тебя действительно поднимется уровень, тебя действительно будут знать. Слушай, там этот стиль больше развит, чем в Крыму. И больше развит, и он больше ценится. Там любят это все, это шоу, это представление. Поэтому, как бы... Вот вы знакомитесь с другими участниками из других стран и наверняка поддерживаете потом, да, связь, общаетесь между собой. Есть ли такие участники этих конкурсов, с которыми, возможно, вы какими-то секретами делитесь? Вы учитесь друг у друга чему-то? Безусловно, танец, он основан на том, чтобы брать мастер-классы у кого-то, делиться опытом друг у друга. И я много с кем общаюсь, из танцоров, в том числе из России, из Украины, Казахстан, Киргизстан. То есть все ребята очень талантливые танцоры, мы с ними пересекаемся. Ну, мы с ними так не общаемся уже, понятное дело, потому что расстояние, но мы с ними часто встречаемся на фестивалях, на соревнованиях, поэтому, как бы, я мана Кырымда бөле техникада ойынған инсанларының сайысы чоқ ма?
Янасал севе идея бездешим дебу ойонлар, бойле ойон. На самом деле, я не знаю, я не могу так судить. Да, есть танцоры, очень много в Крыму, очень много танцоров, очень талантливых, но они как-то... Они как-то между собой, как-то в кругу таком узком, мало кто развивается и хочет выступать дальше. Кто-то уже открыл школу и все. Ну, как бы на самом деле танцоры есть, очень талантливые у меня ребята, которые спрашивают у меня, что делать, как развиваться, где выступать, там, помощь, может, какая-то нужна. Поэтому я не скажу, что нету танцоров в Крыму. Просто главное, чтобы у них было желание развиваться в этом, в том, что они делают, чтобы они любили свою работу, любили танцы. Тогда будет уровень, тогда будет результат. Я мана сезон, она баба на сезге холту таларма? Не ай талар. Но на самом деле, мне кажется, у всех танцоров, кто бы ни был, были такие ситуации, что родители говорили, что танцы это не твое, танцы это не профессия. То есть, танцы это не мужское дело. Ну не да, то, да и не мужское дело. Много и говорят. Чисто так для себя, как увлечение, да, но не заработок. Но я просто такой человек, я, ну, если я поставил цель, я к ней иду. То есть если я решил стать танцором, то значит я знаю осознанно, что меня ждет и к чему я готов. И я иду к ней до конца. Понятное дело, ну, приходится идти против родителей ради этого. Но такова жизнь. Что поделать. Рефат бей, более ойнлардан гайры сіз охойсыңыз мы, ненен баш, тада ограшасыңыз. Кроме танца, чем вы еще Я понял. Кроме танцев, на самом деле, много занимаюсь спортом. Много спортом занимаюсь. Также окончил 7 классов музыкальной школы, играю на фортепиано. Вот. Ну, я очень благодарен, что меня мама отправила туда, в музыкальную школу, потому что музыка, я очень люблю музыку, она мне очень помогает в танце, держать ритм, чувствовать музыку. Вот. Занимался и баскетболом, и волейболом, и футболом, и борьбой, и легкой атлетикой, всем. Везде есть результаты, поэтому я всегда говорю, что я люблю спорт. И у меня всегда идет выбор между танцами и спортом. Я всегда вот между этими весами. Танцы я всегда ставлю выше, потому что если бы не танцы, я бы не был тем, кем я являюсь. Я бы не выступал на шоу, не знаю, как бы у меня со спортом сложилось. Но я решил, что спорт будет чисто для себя. Вот по образованию я закончил колледж ресторанный сервис и туризм, официант, бармен. Вот, также учился в Крымском инженерном университете на турецкую и английскую филологию. Ну, понял, что кроме английского мне ничего не понадобится, потому что я ездил, общаюсь с европейскими танцорами, которым, ну, понятное дело, на татарском не буду с ними разговаривать. Может, на турецком? И на турецком, и на крымском татарском. Вот ваше, наверное, самое такое... Самое высокое достижение вот в танцевальной сфере, какое уже было вот за вот этот промежуток? Я скажу так, я не считаю это достижением, несмотря на то, что я много где выигрывал, много где побеждал. Много кто говорил, что я очень крутой, это все, конечно, банально. Но для меня нет такого, ну, чтобы достижения, да, чтобы я чем-то гордился. Для меня каждый выход на сцену – это какое-то определенное испытание, несмотря на твой уровень. Потому что ты понимаешь, что ты находишься перед новой публикой, и ты должен показать действительно, чего ты стоишь в танцах, чего ты стоишь в этой работе, чтобы тебя оценили. Для меня самое главное не то, сколько я победил, а то, какие я эмоции оставил у людей после своего выступления. Очень много людей, которые писали, ты очень круто двигаешься, очень... Вообще просто. Это очень приятно, на самом деле. Это мотивирует вдвойне, когда у тебя есть поддержка. Поэтому победа. Ну, блин, так, чтобы сказать, какие победы. Каждая победа, ну, для меня рассматривается как какой-то шаг вперед. Еще шаг к своей цели, да. Поэтому я так не рассматриваю. Ну, Рифат, еще там... один вот такой интересный вопрос. Люди, которые занимаются, ну вот не танцами, скажем так, да, работают в другой какой-то любой сфере, ага. Для них танец – это отдых. Возможно, они даже так расслабляются. Для вас танец – это уже профессия. Как вы отдыхаете? Что предпочитаете? Я отдыхаю. Ну. Я отдыхаю, танцую, да? Я хотел это сказать, да, что я отдыхаю, ну, когда танцую. Ну вот все-таки другие увлечения, возможно, помимо танца, которые помогают расслабиться немножко. На самом деле я немного романтик. Даже не немного, а нормально. Я люблю по вечерам ходить там на природу, смотреть на закаты, слушать классическую музыку, при этом и думать о жизни. Это, конечно, все очень здорово. Но, честно, у меня нет такого, чтобы я отдыхал как-то определенно, но меня расслабляет всегда музыка. Я просто закрываю глаза и... У меня очень много мыслей,
То есть вы всецело такой музыкальный человек, я да? Я очень люблю музыку, абсолютно музыку. Если бы не музыка, я бы, наверное, не знаю. По-любому, человек, который любит музыку, он станет либо певцом, либо танцором. Это не избежать, поэтому... Либо музыкантом, конечно. А у вас есть свои ученики? Кому вы передаете уже свои знания? Мне много говорили, чтобы я открыл свою школу, да, где-то, но... У меня есть ребята, которым я помогаю в плане того, как им надо преподнести себя на публике. Ну, те, которые только начинают свой путь. В плане меня, что я хочу сказать, ну, я пока не... Есть в планах открыть школу, но не ближайшие, там, года три или еще там. Просто, ну, очень много мыслей, очень много целей, очень много фестивалей, конкурсов, которые есть и которым я готовлюсь. То есть у меня вот сейчас будет в феврале конкурс. Ну, даже не конкурс, это международный фестиваль, где соберутся одни из лучших танцоров Европы, Украины. Их будет 70. И, ну, я уже зарегистрирован как бы как участник, поэтому я готовлюсь к этому. Закончится этот фестиваль, я буду двигаться дальше. То есть я никогда не там заранее не надумываю, там, я буду там, я буду там, я буду там. Всего постепенно. Там один фестиваль прошел, другой фестиваль прошел, и вот так вот поднимаюсь. Очень много просто сейчас выступлений будет. Конкурсов. Это очень хорошо, на самом деле, потому что кто-то думает, это просто шоу, а для танцоров это в первую очередь это имя. Ты делаешь имя, когда ты выступаешь на европейском уровне, на международном. Тебя видят люди, идут приглашения. Поэтому я не отказываю, я всегда выступаю. Скучаете ли по Крыму, когда находитесь в других странах на соревнованиях? Больше, наверное, больше не по Крыму, а больше, наверное, о близких, друзьях, которые здесь. Но мы с ними общаемся, мы с ними... переписываемся в соцсетях, держим связь, поэтому как бы... Ну, понятное дело, где бы ты ни был, тебя будет тянуть в родное место. Хоть ты будешь в Америке, хоть в Европе. Да, одно время это красиво, но потом ты понимаешь, что действительно там, где ты родился, ну, твое сердце находится там. Сауғалыңыз, жевапларыңыз бекмер ақылы еді. Енді есе бұзым сержелерімізге сізін тілеклеріңіз. Что бы вы пожелали нашим зрителям? Я, наверное, не буду слишком банально говорить. Я просто хочу, чтобы каждый из зрителей, наверное, достигал своих целей, шел к тому, что он любит, никогда не бросал. И тогда у нас будет действительно очень много талантливых ребят, которые будут представлять не только Крым, не только страну, но и наш народ на каких-то крупных фестивалях, конкурсах. И это будет очень приятно наблюдать. Поэтому, чтобы каждый достиг своих целей. Алла берсін, Алла ер бұрышыңызды ярдымжи олсын. Чоқ сағылыңыз келгеніңіз үшін, бөлі жевапларыны бергеніңіз үшін, ве өз өміріңіз айтқаныңыз үшін. Сағылыңыз да бір кере сізге ішлеріңізде мұфақиетлер тілейміз. Ве мен білесем сабадан бұзым телесержілеріміз үшін ең мерақылы бөлі ал, оларыны ұяндырмақ мақсадында зес телесержілер бұй инсан сізге өзінің ойын тақымыны тағзим етежек. Біз енді бұақта чоқ лаф еттік. Енді чоқ лаф еткенден көре бір көре көрмек яқшы дегенлері кібі сейір етежексіңіз.
Джанло, я индазис, телесерджлер, сызлер, чем более аджайе поинамас, ве боин, сызгер Рифат Абдуллаев, иджрайетте, боин сангайльбете муафакиетлерны тлеймас, сағолсын, ве фирмызны гузель, тарзад девам етмеге тұрышты, ве сызгер ең яхшы тілеклерны, ве кейфлерны берді десем яңылышмам. Эбет, сабадан бөле ойынларны бақып, яда бөле ойынларда иштырак еті бұзым кефімізні да бөле юксек севеге көтеріледжек, ве әлбетте сағлығымызға да, бұжыдымызға да яқшы тесір етеджек. Сау болыңыз, ве бөле инсанларымыз бізге гүзел кейфіні бере. Абаға бақмадан бір шей сіздің көңіліңізде олмақ керек, әзіз телесержілеріміз. Чүнкі саба программасы енді сізлер үшін чалыша, сіз ұяндыңыз. Сыжа қавелеріңізді енді құйы, бөле тұшарға назар бақасыңыздыр. Тұшарда мен белесем бөле суық ава дегіл. Сіздің кейфіңіз үшін бөле қалын кейініңіз, ве осы сағыңыз ақында ұнытмаңыз. Бұл ақта сәп сирятлыжа бізім мұхбиріміз икая етейдек. Бұйырмыз. Сейіретіңіз.